Могилев, бульвар Непокоренных. Многие стоят машины рядом с пешеходным переходом, но данный товарищ на Мерседесе перещеголял всех. А вот улица Болдина и стоянка Ауди на тротуаре. Вот еще один нарушитель, и вновь на немецкой машине, на сей раз BMW, стоит прямо на зебре. И вновь областной центр, и сразу двойное нарушение. Пешеходный проход под аркой между домами на улице Первомайской. Причем красный Nissan на протяжении нескольких месяцев там паркуется, блокируя пешеходную зону. А далее бобруйская классика жанра. Постоянная парковка на тротуаре по улице Дзержинского возле рынка. А вот и видео из города на Березине. Улица Интернациональная рядом с ЖД вокзалом и подрезающий водитель Ягуара с российскими номерами. Это про них говорят. Наглость, второе счастье. Город Могилев. Утро. Пушкинский проспект. Водитель синего Citroen Xara с правого ряда втискивается всеми способами, лезет в левый ряд. И не раз, и не два, и не три. И влазит. Закончим смешно. На прошлой неделе мы показывали удивительный люк возле кинотеатра «Червоная зорка». Прошла неделя, и вот как люк преобразился. Люка, как мы и прогнозировали, нет. Уж больно ручка была удобная. Зато вот, лучше бы было, как есть. Что будет на следующей неделе, можно только гадать. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес — рубрика автомат@tut.by.